Привет, друзья! Сегодня мы с вами выполним разминку, то есть разогрев основных групп мышц. Эту разминку необходимо выполнять либо перед каждой серьезной тренировкой, либо самостоятельно, как утреннюю зарядку. Итак, начнем. Начнем с разминки шеи. Раз, два, три, четыре. 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 Следующее упражнение – повороты головой. Раз, два, три, четыре. 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 И раз, два, три, четыре. Следующее упражнение. Раз, два, три, четыре. 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 И раз, два, три, четыре. Наклоны вперед-назад. Раз, два, три, четыре. 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 И раз, два, три, четыре. Следующее упражнение. Смотрим вниз, прямо вверх при повороте. Раз, два, три. В другую сторону. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. И раз, два, три. Последнее упражнение для шеи. Круговые движения. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И в обратную. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Разминаем ручки. Руки вытягиваем вперед. Раз, два, три,
четыре, пять, шесть, семь, восемь. Круговые. Раз, два, три, четыре. Обратно. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И кисти. Разминаем в обратную сторону. И вот таким вот образом. Итак, следующее упражнение. Раз, два, три, четыре. Вниз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Поменяли ручки. Раз, два, три, четыре. 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 Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вперед. Раз, два, три, четыре, назад. Пять, шесть, семь, восемь. Итак, повторяем за мной, руки перед собой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Повороты. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Следующее упражнение. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Круговые движения руками. Раз, два, три, четыре. Обратно. Пять, шесть, семь, восемь. Поменяли ручки. Раз, два, три, четыре. Обратно. Пять, шесть, семь, восемь. Потянулись вперед. Потянулись вверх. Потянулись назад. Следующее упражнение для талии. Ноги на ширине плеч. Наклоны в стороны. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Встали. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Встали. Ручку подняли вверх, с ручкой наклоняемся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Встали. Поменяли ручки. Раз, два, три,
4, 5, 6, 7. Встали. Две ручки вверх. Наклоняемся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Встали в другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Встали. Ручки опустили. Теперь наклоняемся вперед. Восемь раз. Ноги на ширине плеч. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Встали. К левой ноге. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Встали к правой ноге. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Встали. И кто может, назад. Только осторожно. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь. Итак, следующее упражнение. Ножки. Руки на талии, ноги на ширине плеч. Встаем на носочки, на пяточки. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Итак, становимся на внутреннюю и внешнюю сторону. Внешняя, внутренняя. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Итак, круговые движения стопой. Встали на носочек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В обратную сторону. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь. Поменяли ножки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Обратно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, разогрев тазобедренных суставов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Обратно. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Поменяли ножки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь. В обратную. Раз, два, три, четыре, пять, шесть,
7, 8. Итак, следующее упражнение – это приседание. Давайте 10 раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И осталось еще два упражнения для ног. Руки на поясе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Поменяли ножки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И еще одно упражнение несложное. Раз, назад, в сторону, назад. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Поменяли ножки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот и все. Я думаю, на сегодня мы с вами закончим. Спасибо за просмотр. Спасибо, что занимались, были со мной. Ставьте лайк, пишите комментарии. Пока! До новых видео!